Всем подписчикам большой привет! Вылазка в бор за маслятами, сосновый бор. Это сентябрь, середина, начало сентября. И маслят пока еще не обнаружили. Но я хотел вам показать и рассказать об одном грибе, который все незаслуженно пинают и принимают его за поганку. Это съедобный гриб, так называемая мокруха сосновая. Мокруха сосновая. Есть еще еловая мокруха. Я сейчас вам покажу ее. Вот молодая мокруха растет в сосновых, в еловых лесах. И зачастую народ, просто не зная, что это за гриб, его срывают и принимают за поганку. Это пластинчатый гриб, мясистый довольно. Шляпка у него вначале круглая, потом становится шишковидная. Я вот срываю. Молодой гриб. Имеет цвет от желтого до бордового. Пластинки у него явно выражены, в отличие от масленка, и поражается червями. А потом на шляпке появляется такое шишковидное, вот старый гриб, то есть он, видно, что поражен уже, поражен червями, то есть черви его едят. Вот этот гриб еще хороший. Тоже уже ножка зачервила, но потому что сухо в лесу и воды, влаги не хватает, а так он даже немножечко может быть и как масленок. Вот он. Это мокруха сосновая, пурпурная. Это хороший гриб, съедобный, идет параллельно с масленком. В молодом виде это очень вкусный гриб, который можно подвергать всем видам обработки. То есть жарить, варить из него супы и также солить и мариновать. Вот я вам показываю старые грибы, старые мокрухи. Вот он, старый гриб. Срываю его. Вот уже пошли споры, то есть он дал споры. И вот такой белесый налет на нем. Это старый уже гриб, переросший. Видно, что он поражен червями. Но это никакой не ядовитый гриб. Вполне съедобный гриб, который имеет вкус очень пикантный. Даже лучше, чем масленок. И может идти во все виды обработки. Как жареный, так супы из него варятся. Вот тоже уже дал в споры белые, то есть в пищу молодые грибы можно использовать. Мокруха сосновая пурпурная, есть еще еловая мокруха. Так что если найдете молодые грибы, а в засоле он дает неповторимый такой сосновый, почти как у рыжика, привкус. То есть в засол идет отлично этот гриб. Так что не пугайтесь, заготавливайте эту мокруху. Это вполне съедобный гриб. Спасибо всем за внимание.